Митлера. Ну а Стамбул тем временем раздирают внутренние противоречия и накопившееся недовольство. Скандал на просторах Турции. В руководстве страны намечается вообще раскол. Представители правящей партии все чаще выражают протест политике президента Эрдогана. Причем критикуют его сторонники премьера Давутоглу. В свою очередь, турецкий лидер недоволен предположением правительства по решению курдского вопроса. На пресс-конференции в Диярбакыре Ахмет Давутоглу, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Народ ожидает отказ от вооруженной борьбы, если это случится. Если мы вернемся к уровню отношений с РПК в мае 2013 года, если все вооруженные элементы РПК будут выведены за пределы Турции, то мы можем все обсудить. РПК сложит оружие, другого пути нет. После этого почему бы нам не обсудить условия мира?» В ответ на это Эрдоган высказался достаточно жестко: «Мы будем продолжать до тех пор, пока не замолчит последнее оружие, направленное против нашей страны, против нашей нации, пока последний террорист и последняя угроза не будут уничтожены». Ну а в феврале этого года премьер-министр Ахмет Давутоглу распорядился приостановить строительство золотодобывающей шахты в Джарартепе. Местные жители несколько недель митинговали против этого проекта. В итоге строительство было отменено как экологически опасно. В аналогичных протестах в районе Гези в 2013 году, когда премьером был Эрдоган, протестующие были разогнаны, причем очень грубо. Среди них были ослепленные газовыми бомбами, арестованные, были даже убитые. Если бы премьером тогда был Давутоглу, возможно, таких жертв можно было бы избежать. Ну а ранее Давутоглу выступил также против задержания академиков. Они агитировали за мир, собирали подписи за приостановление военных операций против РПК. Ученых обвинили в пропаганде и поддержке террористической организации. Премьер высказался за допрос подозреваемых без заключения их под стражу, за что получил жесткий ответ Эрдогана. Что значит, они должны быть допрошены без ареста? Если они виновны, их будут допрашивать под стражей. Сторонники Эрдогана в соцсетях и СМИ, или эрдоганисты, часто критикуют Давутоглу за неэффективность и несоответствие его действий желаниям Эрдогана. И даже считают, что выбрать его премьер-министром было вообще неправильным решением. Милитаристы и эрдоганисты также обвиняют премьер-министра в недостаточной решительности. Можно лишь предполагать, что все эти мысли про президентской общественности являются отражением настроения Эрдогана. Ну а вот Давутоглу оказался слишком сильным премьером со своим мнением и своим подходом. В любом государстве сильные президентской властью, обычно, кроме президента, сильных личностей во власти-то и нет. В этом же случае Эрдогану не очень повезло, потому что его грубым прямолинейным подходом недовольна значительная доля турецкого населения. Давутоглу, помимо того, что харизматичен, умен, имеет поддержку населения, еще и более демократичен, мягок и умеет находить компромиссы. Также к Давутоглу прислушиваются и как к человеку, обладающему, в отличие от Эрдогана, докторской степенью в международной политологии. Именно он определял внешнюю политику Турции на протяжении последних 13 лет.